Несмотря на прохладную погоду, воскресным утром более 120 любителей активного отдыха собрались в музей-заповеднике «Горки Ленинские» на мероприятие, организованное молодежным советом при главе района под названием «Ленинский забег». Трасса проложена по парку «Ленинские горки», соответственно, трасса будет круговая, подразумевается две дистанции 4,5 и 11 километров. Соответственно, 4,5 – это малый круг, который участники традиционно выбирают в нашем соревновании, 11 километров – это уже для подготовленных, соответственно, спортсменов. Первый забег проводился здесь же ровно год назад. Многие из тех, кто тогда принимал участие, вышли на старт и в этот раз. По традиции. В том году третье место заняла, и в этом году решили пробежать. А на что вы надеетесь в этом году? На первое, на медаль. После регистрации спортсменов все было готово к началу, но прежде состоялось открытие соревнований. Я желаю всем хорошего пробега, я желаю всем всего самого доброго и передаю вам огромный привет от главы Ленинского муниципального района Олега Хромова. Чтобы поднять настроение перед стартом и зарядить бегунов на прохождение немалой дистанции, была проведена разминка. Итак, старт. На протяжении всей трассы стояли волонтеры, которые подсказывали спортсменам, куда тем необходимо бежать. Путь пролегал по живописным местам музея-заповедника. Не всем забег дался легко, но никто не пожалел о своем участии. Ольга Попова, с которой мы беседовали до старта, в этом году улучшила свой показатель. Второе место. Было тяжело, но мы это сделали. Вот. Значит, в следующем году будет победа? Надеюсь. Будем стараться заниматься. Победителем среди молодых людей стал Олег Федулов. Устал сильно, но рад, что первое место занял. Все хорошо, только не могу еще выдохнуть. Медали и кубки нашли своих обладателей. А что касается бега, то у активной молодежи Ленинского района уже появились новые идеи. Представитель территориального совета молодежи «Завидное» Руслан Гусейнов приглашает всех желающих на утренние и вечерние пробежки. Проходят они 2-3 раза в неделю. Нужно же поддерживать здоровый образ жизни, и без этого никак. Ведь нужно жить, нужно бегать, нужно развиваться. И спорт – это красота, это здоровье. Так что, если у вас есть желание, ищите Руслана в социальных сетях и присоединяйтесь. Дмитрий Книга, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».